Большим мечтам не мешает маленький рост. В это всегда верил Амр Ибрагим из города Кафр-эль-Давар на севере Египта. В свои 16 лет он добился того, что многим казалось невозможным. За 2 года он нарастил несвойственную для его телосложения мышечную массу. И теперь молодой человек намерен соревноваться наравне с обычными спортсменами. Для этого он подал заявку на участие в турнире по бодибилдингу, который пройдет в Александрии. Я бы хотел, чтобы Федерация спортсменов устроила состязание для таких людей, как я. Что-то вроде дополнительного турнира. Они все время помогают кому-то, так почему бы не помочь нам? Есть много ребят с таким же маленьким телосложением. Им нужно развиваться во всех видах спорта. Ибрагим учится в старших классах. Все летние каникулы он проводит или в тренажерке, или помогая в семейном магазине. Отец бодибилдера Ибрагим Саад рассказывает, что и в учебное время сын тренируется каждый день после школы и все время придерживается диеты с высоким содержанием протеина. Проблемы появились, когда он подрос. Пока был ребенком, сын не испытывал никаких трудностей. А вот когда стал старше, то захотел денег, квартиру, хорошую работу. Он хочет наслаждаться жизнью, как любой молодой человек. Впервые отправившись в спортзал в 14 лет, Ибрагим долго не мог найти себе тренера, который бы поверил в него. Рост 112 сантиметров и вес 40 килограммов не вдохновляли мастеров на свершение. В одном из клубов молодой человек познакомился с администратором, который впоследствии стал его другом и наставником. Мустафа Азап утверждает, что сразу понял: для наилучшего результата этому малорослому клиенту нужно работать с меньшим весом, а тренер должен постоянно его подстраховывать. Он гораздо активнее многих других спортсменов, которые даже старше и опытнее его. Он очень выносливый, и видно, что он хочет заниматься. Тренер верит, что Ибрагим может стать примером для многих подростков с такими же физическими особенностями.